здравствуйте! Мы находимся на Остоженке, и я хочу вам показать очень интересный дом, который был выполнен в стиле модерн. Адрес его — Остоженка 3, и посмотрите, на конце крыши находится перевернутая рюмочка. Это доходный дом Якова Михайловича Филатова, или дом под рюмкой. Он был до конца построен в 1907 году, и по его поводу существовало несколько таких версий. Ну и любил выпить. И вот по первой версии, что этот дом, когда он пил, ему решил подарить его отец. Он построил и сказал, что как только ты перестанешь пить, тебе достанется этот дом. И по второй версии, якобы его мать очень переживала то, что пьет ее сын. И ее направили к одному батюшке, который сказал, что все это поправимо в случае, если построить в этом месте дом и сдавать его по самым низким ценам интеллигенции. Дом был построен, и купец перестал пить. Ну, а третья версия, что он с семьей добился до такого состояния, что почти потерял все деньги, но вовремя опомнился, смог вести опять правильный образ жизни, достаточно накопил снова денег и даже больше, и вот на эти дополнительные средства он и построил этот дом как память о том, что он когда-то пил. Ну вот это 1905-1907 год, как раз был моден в стиле модерн. Здесь вот дальше идет его левая часть. Ее построил один архитектор, а правую — Дубровицкий. Видите, он с такими различными выступами, с различными интересными вот вещами. Этот дом находится совершенно рядом, значит, недалеко от Кропоткинской, метро Кропоткинская. Вот. В принципе, вот эта Остоженка достаточно интересная. И на Твери. Кропоткинская. Вот. А вот храм Христа Спасителя. Это, в принципе, вот все рядом находится.